30 театров со всей области, 10 лауреатов. В Самаре стартовал первый парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей». С режиссерами и главными героями познакомимся прямо сейчас. Актер драмтеатра Олег Белов сегодня играет только в двух спектаклях. Инсульт 7 лет назад подкосил его здоровье. Но заслуженный артист России рук не опустил. Он не только вернулся в профессию. Олег Белов еще и режиссирует спектакли инклюзивного театра «Счастливый случай». Актеры, пациенты и медперсонал самарской психбольницы. Арт-реабилитация оказалась полезна для всех, уверен артист и режиссер. Одна девочка, участница наша, она говорит: «Олег, ты знаешь, а давай назовем «Счастливый случай». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «Ты знаешь, вот я сама до того, как в больницу попала, я работала в банке. И мы все время ходили в драмтеатр. Я на тебя смотрела из зрительного зала. И я даже поверить не могла, что мне когда-нибудь посчастливится не только с тобой общаться, но с тобой работать. Поэтому для меня «Счастливый случай». Я говорю: «Ребят, а вы не представляете, а для меня ведь это то же самое. Для меня точно такой же «Счастливый случай». Счастливый случай Олега Белова привез на первый парафестиваль «Театр. Территория равных возможностей» спектакль «Сельские жители» по Шукшину. Он стал лауреатом, как и еще 9 театров со всей области. Жюри выбирало среди 30 претендентов. Они играют в разных жанрах, возрастных категориях и с разными отклонениями здоровья у артистов. Цель нашего фестиваля – это не то, что было всегда инвалид для инвалида, а инвалид – такой же человек. И мы делаем этот фестиваль для обычного зрителя. Парафестиваль проходит в год театра в Самаре впервые. Инициативу городского общества инвалидов поддержал театр «Самарская площадь». А помогли реализовать необычный проект глава Самары Елена Лапушкина и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Лауреаты получили премии по 80 тысяч рублей. Глава региона пообещал, что парафестиваль станет не только традиционным. Он перешагнет границы области и станет всероссийским. Мы обязательно поговорим об этой инициативе, об этом фестивале в рамках рабочей группы Госсовета по культуре, которая создана в Российской Федерации, которую я возглавляю. Мы обязательно этим опытом поделимся, потому что я считаю, что подобного рода фестивали должны проводиться, наверное, во всех субъектах Российской Федерации. Они везде будут интересны и востребованы. Сегодня состоялись первые показы спектаклей самарских и тольяттинских театров. А театр «Самарская площадь» еще 2 дня ждет зрителей у себя в гостях на парафестивале «Театр. Территория равных возможностей». Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.